Привет! Это влог с Victory Cup. Эти соревнования проходят в Одессе 8-9 октября. Поехали! Лысенко Валерия. Девка какая-то лупанула. Я пойду, я такой скандал учиню. Я такой, посмотри, просто. Я такой скандал учиню. Кстати, оцените гульку, сама делала. Я же забыла обруч в своем зале. Мне, слава богу, бригада дала ключи. Это от чего? От зала. А зачем? Я обруч забыла же. И поищи там, пожалуйста, мою скакалочку. Если вдруг найдется, там зеленая скакалочка, и у нее узелки такие. Как это снять? Они, короче, повылазили. Ольга, как дела? Нормально. Правда, у меня прокатки вообще не получаются. Капец. Как тебе зал? Не так сильно нравится. Да? В Крыжановке, который был? Смотрите. Проюх. Ну почти. Попытка номер два. Чулинина Кира. Я уже успела потренироваться, они до сих пор стоят. Морара Полина. Мы уже уходим. Чулик! Я приехала в зал за обручем. Итак. Итак, спустя сотни лет я открыла эту дверь. Мы вчера смотали ковры, поэтому ковров тут нет. Итак, что там Маринька наговорила? Как ее потом закрывать?
И вот мой обруч. Так, свет выключаем. А вот как закрыть, это уже другая история. Идеально. Я ее закрыла. Наш зал. Завтра я выступаю два вида обруча булавы. Где-то в 2 часа. Все, всем до завтра. Сделала гульку, сделала новый макияж себе, потому что старый мне немного надоел. Я его уже год делала, и мне он реально надоел. Вот теперь у меня вот такой вот будет частенько. Может, когда-нибудь еще поменяю. Я уже собралась, сейчас будем выезжать в зал. Зал далеко, поэтому нам ехать где-то час. А у нас воздушная тревога. Всех выгнали. О, поздравляю. О, а прикинь, Соня должна была быть следующая, а волосы на полу. Как ты делаешь такие ровные стрелки даже с помощью планшета? Я бы уже выступила, я бы лежала, уже никого не трогала, я туалет сейчас. Это сегодня вообще игулька у меня зачет. Один раз потом придумывали упражнения, а потом ходили, бродили, делали. Там вообще было. Давай. Давай, отпусти и забудь. Отпусти. Давай, пой эти. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь. Это больше похоже на какую-то рыбу, которую на сушу выкинула. Идет. Сейчас. Привет, мои дорогие подписчики. Это снова я, Тая Гордовая. Помните? Та, на которой тени рассыпались. Конечно, помнят. Но если великий, так ладно. Давай! Ну хоть что-то давай. Чего я танцевалка уже? Чуточку убилась. Бывает. Ты как-то ноги пялишь. Ставим лайки. Лайк за синоптик Гордовую. Гордовая за решеткой. Это зэк. На обложку пойдет. Подписываемся на синоптик Гордовую. На обложку. Ай, за падение. Вот так вот. Это я снимаю на телефон Чулика. Она же мне кто-то подправила, да? Гордовую сними. Thank you.
Upbeat, not shy is a way to get by, don't you know? Everyone's uptight, but I'm just rolling with that flow. Showing all my friends just how and why they should let go. Good goes around and around and around. Around and around. Hey, dance in the street for no reason, I just feel alive. Smile at a stranger, well soon enough they catch your vibe. Первое место. Турнир «Мамина радость». Первое место, лучший результат. Смотрите. Счастливый ребенок, да? Турнир «Мамина радость». Я лакирую гардеробы, потому что это просто. Посмотрите на этот кошмар. Рука в говне. У меня не круто. Да, держи. Привет. А это твой лак? Да. Это же гардобай, у нее все хорошо. Вот у Дианочки гулька, как будто она опять ее сделала так, чтобы она ей гвозди забивала. Потом она обязательно покажет, как ей гвозди забивать. Да, я обязательно. Не страшно. Так вот, ты издеваешься, что на Украине выступала. Да, что в Украине я обосралась. Так, смотри, волшебный пинджик. Запрошується Мишаєва Аліна. Она еще в Волге не была. Она с Харькова. Здесь там что-то видно. Да. Подробно. У меня на крайний результат. Первое. Раз кубок, два кубок. И да, и вот такой вот там чехол для купальников подарю. Все. Ой,
что? Ноет. Придурок, блядь. Нельзя мочукаться. Я не сделала три горка, я не сделала рис с циркулем, я не сделала итальянское футе. В мяче я потеряла на самый легкий перекат в кувырок, на мои люди. Я даже ее не отрабатываю. Я сделала 4 подхода. Все равно, за что-то надо было заснуть. Запрошуемся в душевую водянку. А как среда форма, а? Стоят, болтают, как и я. Праздничек Евангелина. Обруч. Перша, мяч. Перша, лучший результат. Молодец, умничка. 204-й рік, категория Б. Перший місяць Ляшенка. І так, я вже вдома. Я вам вроде рассказывала, что нам подарили, но еще раз сейчас расскажу и покажу. У меня аж 4 грамоты, все за первое и одна за лучший результат. Одна бедная медалька, ну, так как нам давали грамоты, а не медали, ну вот одна бедная медалька. Еще у меня 2 кубка, один вот такой вот, а второй вот такой вот. Ну и на подарок нам дарили... чехол для купальников. Я была на таких же соревнованиях в прошлом году. Вот такой вот кубок был в прошлом году. И вот такой вот сейчас. Кое-как я впихнула этот кубок сюда. Ну, я просто поставила сюда. А теперь у меня вот такая вот коллекция. На этом влог с Викторика подходит к концу. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Thank you.